Здравствуйте! Сегодня я приготовлю творожные пончики без дрожжей. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Просеянную муку смешать с солью и разрыхлителем. Творог соединить с яйцом, сметаной, сахаром, ванильным сахаром и исключительно по желанию цедрой половинки лимона. Измельчить блендером в максимально однородную массу. Соединить обе смеси и замесить мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Накрыть миску пищевой пленкой и оставить на 30 минут при комнатной температуре. Смазать коврик и руки растительным маслом. Сформировать жгут. И разделить его на 16 частей. Муку использовать не рекомендую, подробно обосновала в описании. Сформировать из каждой части заготовку с отверстием в центре. Выложить на кусочек бумаги для выпечки. Рафинированное растительное масло нагреть примерно до 180 градусов. Опустить в него заготовки вместе с бумагой. Бумагу удалить. Не загружайте одновременно много заготовок. Изделия должны свободно плавать, тогда качество обжарки будет максимально хорошим. Обжаривать минимум 5 минут, несколько раз переворачивая заготовки до золотистого цвета. Извлечь на блюдо с несколькими слоями бумажных полотенец, чтобы они впитали лишний жир. Слегка остывшие пончики посыпать сахарной пудрой или покрыть сахарной глазурью и сразу подать. Пончики можно испечь в духовке. Все подробности под видео. Ссылка на рецепт дрожжевых пончиков в описании. Творожные пончики получаются мягкими, ароматными. По вкусу и виду не уступают классическим, а готовятся очень быстро. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».